Сегодня в 14 регионах страны открыты центры развития женского предпринимательства. Ранее в пилотном режиме инициированный главой государства проект был апробирован в Туркестанской, Алматинской и Мангустауской областях. Главная цель проекта – помощь бизнес-леди в реализации и продвижении их деловых инициатив. На церемонии открытия центра была представлена широкая линейка товаров, которые производят женщины-предприниматели. В данном центре они смогут получить консультацию по открытию и ведению бизнеса, принять участие в обучающих программах. Проект реализуется программой развития ООН в Казахстане при финансовой поддержке Азиатского банка развития. Представители этих структур приняли участие в онлайн-формате в заседании круглого стола. Целью данных центров является поддержка женщин-предпринимателей. Обычно женщины, они очень инициативные, идейные, однако им не хватает знаний, умений, каких-то навыков. Целью данного центра является как раз-таки поддержка женщин-предпринимателей, поиски ниш для открытия стартапа, продвижение своих товаров на рынке, как должно это все происходить, проведение определенных курсов для женщин-предпринимателей, для начинающих предпринимателей. И мы считаем, что открытие данного центра как раз-таки будет способствовать развитию предпринимательства в нашем регионе. С начала года в палату предпринимателей обратилось 180 женщин, которые желают начать свое дело. Здесь будут проводиться консультации, будут проводиться определенные курсы при поддержке программ развития ООН и дальше сопровождение проектов.